Пунджаби Дели. Это Пунджаби. Это самое вкусное место вегетарианское, которое я знаю, господа. Yes. Самое вкусное место. И немножко островато, но если вы любите острое, то это будет вот так вот. Пунджаби Дели находится на восточной стороне Нижнего Манхэттена. В основном здесь тусуются индийские таксисты, а также студенты, любители вегетарианской пищи. Меню состоит из риса и добавленных к нему овощей. Пообедать здесь можно от 4 до 6 долларов за блюдо, а подогревают их вот в этих микроволновых печах. Также можно абсолютно бесплатно налить себе стакан воды. Okay, guys, thanks a lot. Delicious is always. Delicious is always. Thank you.